Финская компания Genelec хорошо известна профессионалам аудиоиндустрии. Акустика Genelec уже 35 лет используется на концертных площадках и студиях звукозаписи. Не так давно эта компания подготовила 4 модели домашней активной акустики. Одна из них, модель G2, сегодня в нашем видеообзоре. Акустика выпускается в двух цветах – черном и белом. Для своих размеров колонка оказалась неожиданно увесистой. При высоте 23 см вместе с ножками она тянет на 3,7 кг. Это объясняется тем, что корпус у нее отлит из алюминиевого сплава. Этот материал полностью исключает возникновение призвуков, вызванных вибрацией корпуса. Ну и по прочности алюминиевое литье значительно превосходит МДФ. Непривычная круглая форма корпуса позволила свести к минимуму эффекты, связанные с дифракцией звуковых волн. Набор переключателей дает возможность отключить светодиод индикации включения на передней панели или выбрать один из вариантов коррекции частотной характеристики. В случае, если колонка установлена у стенки или даже в углу, можно уменьшить бас на 2, 4 или 6 дБ. Опора выполнена из металла и резины и позволяет колонкам как бы парить над поверхностью, при этом обеспечивая прочную опору на 4 точки. Дополнительно можно приобрести кронштейн для крепления на стену. При его использовании порт фазоинвертера будет достаточно отдален от стены. Снизу есть отверстие с резьбой 3 четверти дюйма, а это значит, что в качестве подставок под колонки можно будет использовать подходящий штатив. В модели G2 используется 100-мм мидбас с диффузором из композиционного материала и твиттер с 19-мм алюминиевым куполом. Твиттер нагружен на короткий рупор. В результате его использования построение звуковой сцены мало зависит от свойств помещения. Твиттер и мидбас подключены к своему усилителю, мощность каждого по 20 Вт. При прослушивании сразу обращаем внимание на ровный и музыкальный бас. Кажущиеся источники локализуются очень уверенно, но при условии, что вы не очень удалены от колонок. Кроме того, на верхних частотах очень ощущается направленность, так что оптимальное положение слушателя по оси излучения. Словом, G2 – честная акустика, обладающая всеми свойствами студийного монитора ближнего поля. Прослушать и купить Genelec G2 вы можете в магазине Super Stereo.